Всем привет, друзья. Знаете, что понял? Отклонились от темы канала вообще абсолютно. У нас же тема была распаковки посылок. Сегодня у нас посылочка с Алиэкспресса. Не знаю, что там. Раскроем, посмотрим. Так, у нас тут аккумулятор для BQ. В пакете ничего больше не выбрасываем. Так, ну это в принципе неинтересно. У нас есть еще одна посылка. Мы ее также рубанем, вскроем. А здесь у нас что-то серьезное. А, тоже аккумулятор. Это у нас аккумулятор для Лиэка. Coolpad. Ссылочки, кстати, оставлю под видео. Проходим, смотрим, покупаем. Давайте, наверное, чтобы видео получилось не совсем коротким, мы его... Этот аккумулятор сейчас установим сразу же. Вот у меня есть аппарат. Аппарат, он разобранный. Кстати, по ссылке вот это вот отслеживалось-то нет. Так что я не знал, что там, поэтому так рандомно вскрыл. Сейчас мы старый аккумулятор. Язычков у нас нету, за которые потянуть. Вот тут что-то вот есть, но сомневаюсь, что у нас получится вытянуть. Тем более аккумулятор у нас сам под замену будет. А нет, не идет. Собака, давайте пробуем потянуть. Ну нет, это определенно не оно. За кадром, короче, капнул изопропанол, вот все пошло. Вот эти вот клейки основу оторвать, чтобы... Аккумулятор сам почти сошел, тут у нас идет шлейф аккуратно, чтобы его не повредить. Тут еще клейки основы, как я говорил, язычков нету, там где-то они внутри есть. Доставать я их не хочу. Теперь аккумулятор ложим, ну в принципе подходит как родной почти, только цветом у нас другой почему-то. Стоял черный, теперь белый. И сейчас подкинем, наверное, мы дисплей. Тач кидать не буду, тач знаю, что работает. Сейчас лишь бы включение прошло. Вот. Из-за штативчика трудно попасть. И смотрим, сейчас включится, не включится. Да, аппарат включается. Аккумулятор, в принципе, рабочий. Ну все, ссылочки оставлю под видео. Проходим, смотрим, переходим, покупаем. Ставим лайки, подписываемся. И до новых встреч, пока-пока.